Участники инвестиционного Сабантуя обсудили концепцию развития креативных индустрий в Башкортостане, утвержденную ранее правительством республики. Она предполагает создание условий для расширения бизнеса в сфере культуры и искусства. Долю творческого предпринимательства в экономике Башкортостана в этом году планируют довести до 8,5%. Предполагается, что к 2035 году каждый десятый рубль в экономике будет обращаться в сфере креативных индустрий. К ней относятся, например, арт-индустрия, народные промыслы, музыка, кино и анимация, фотографии, туризм, ювелирное дело, архитектура, дизайн, мода. Для их развития будут создавать арт-пространство, резиденции и креативные кластеры. Финансировать проекты будут из региональной, муниципальной казны и внебюджетных источников. Киноиндустрия, мультипликация, и, соответственно, это, будем говорить, развивается, и есть определенные уже лидеры в этой области, в этих кластерах креативной индустрии. И я думаю, что в сегодняшней сессии мы как раз обсуждаем точки роста, которые бы дали возможность и сделали бы определенную, будем говорить, визитную карточку в республике, которая бы сформировала тот вектор развития именно в креативной индустрии, определяя направление, в котором мы можем развиваться, и, соответственно, достигать определенных результатов и возможностей, и быть лидерами. Впервые вклад креативных индустрий в Башкортостане подсчитали по итогам 2019 года. Эксперты Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив оценили долю этого бизнеса в экономике региона в 131 миллиард рублей. В целом на эту сферу приходилось 2,8% от суммарной выручки всех организаций, зарегистрированных в регионе.